Ну что, всем привет. По традиции в эти дни мы записываем выпуск по Wizarding Mystery, смотрим ивент. Я как раз тут набрал необходимое уже количество ингредиентов. Ну и, собственно, сегодня такой будет небольшой обзор. Сильно затягивать не будем, вот, чисто глянем по ивенту. Idle War, скорее всего, либо завтра выйдет, либо традиционно в понедельник. У нас обычно по понедельникам. Ну и в понедельник будет эпичный первый день турнира в Империи Пазлов. Там обещает быть просто спело все. Ну, увидите, в общем. А сегодня мы проходим ивент, собираем все штуки, какие нам тут предлагают ивентовые. Давайте соберем. За вход, за то, за все. Так, 1610. Отлично. У нас есть фишек. И давайте посмотрим. Значит, гурман или гурмет квест. Ну, здесь буквы надо собирать. Первая буква у нас уже собрана. Первое слово гамбургер, как ни странно. И давайте сразу покажу вам по наградам здесь. А, вот они, эти награды. Гамбургер, сэндвич, хот-дог, соусич и так далее. Тасти фуд. И в конце визардинг слово. Мистери. Ну вот этого деда дают в конце аж 200 штук плюс шмотки. Это, конечно, классно, но мы никогда до туда не доходили. Поехали собирать слова. Ну, опять же, это все за покупку необходимых, так скажем, вещей. А если вы, сможете, в общем, собрать необходимое количество, тогда можем уже обеспечить себе данный приз. Но, опять же, посмотрим, как это все будет. У нас я никогда дальше первого слова, ну, кто смотрит выпуски, все, не доходил. По одно слово я собирал, больше слов я не делал. Вот. Но в среднем на букву уходит где-то штучек 10. То есть получается где-то штук 10. Если у нас больше, соответственно, не хватает из-за этого. В среднем 10-11 уходит. Ну, то есть слово, по идее, мы должны сегодня собрать. Если не соберем, значит, оставим еще на сбор миссии время. Тут главное не ошибиться. Это основное условие. Если нажимать четко по клеткам, по ячейкам, и тогда будет вам праздник. Так, осталась у нас последняя буква. Так, 4, 5, 6. Все, значит, собираем здесь, получаем слово. И переходим к следующему слову. Сэндвич. Ну, это интересно довольно-таки. Собирать слова. Весело, я бы так сказал. А, надо send соврать. И тогда мы получим 50. Send мы собрали. О, получили эту карточку этого деда. Отлично, я считаю. На этом у нас завершились эти количества осколков. Но мы собрали этого деда. Где он у нас? Вот.
призываем и смотрим, можем ли мы его прокачать здесь или не можем. Пока что, наверное, не можем. Да, возможности пока что, к сожалению, нет. Нужна еще карточка одна, и тогда будет нам счастье. Пока что никак. Вот этого можем качнуть. Тыква. Тоже, на самом деле, топовый персонаж. Почему топовый? Потому что имеет наивысший рейтинг. 2S, а этот 3S, прикиньте. То есть вот его, ребята, можете смело качать. Вы спрашивали, кого здесь качать? Вот я вам отвечаю. Вот этого типа запросто можете вкачивать. Прям вообще. Без вопросов. Так, ну, на этом, наверное, все. Чтобы сильно не затягивать. Здесь у нас есть лидер по этажам. Новый. Получаем алмазики. Лям 700 тысяч уже у нас алмазов. Потихоньку VIP растет. Когда-нибудь сделаем, может, на 1000 подписчиков супер выпуск по какой-то игре, где будем просто все ресурсы сливать на прокачку. Я уже решил, что как только набираем 1000 подписчиков на канале, делаю мега выпуск. Если это будет... Ну, я устрою голосование. То есть, либо это Idle War будет, либо это будет Top Top Heroes, либо вот эта игра. То есть, ну, по какой мы с вами наберем больше всего голосов, так скажем, по той и сделаю необходимый призыв или прокачку. Посмотрим. И то может сделаю. Ну, на этом будем заканчивать. Всех благодарю за просмотр. Здесь я уже добиваю эти миссии последние. И думаю, что увидимся совсем скоро. Пока-пока.